Первый тираж книги «Шестой отдел» выпустили в ноябре прошлого года. Тогда с конвейера сошла 1000 экземпляров. Обновленное второе издание презентовали в июне уже в Москве на фестивале «Красная площадь». Оно немного увеличилось в объеме. Теперь на страницах книги можно увидеть фотографии как из личных архивов, так и те, что находятся в открытом доступе. Вырос и тираж. В этот раз авторы выпустили 2000 книг. 16 экземпляров они передали Пушкинской библиотеке. Когда Игорь Владимирович заговорил о книге, у меня вновь те же самые сомнения, опыт негативный, да, сказал. Но почему она все-таки вышла и почему взялись за работу? Потому что Игорь Владимирович предложил абсолютно новую концепцию, которая и позволила говорить о том, о чем нельзя говорить. Теперь, когда вышел второй тираж, создатели книги начинают не менее плодотворную работу. Они презентовали одноименный интернет-проект, в котором будут собирать информацию о борьбе с организованной преступностью по всей России. Мы хотим собрать весь опыт, который существует сейчас в нашей стране, собрать где-то международный опыт, может быть, даже осуществить какие-то поездки, для того, чтобы подготовить некий такой аналитический материал. По итогам сбора аналитического материала авторы планируют выпустить шеститомник. Кроме работы над новыми изданиями, в планах собрать и проанализировать весь опыт противодействия организованной преступности как в нашей стране, так и за рубежом, а затем, используя правовые механизмы, выйти с предложением о создании на федеральном уровне единого подразделения по борьбе с организованной преступностью. Ольга Данилова, Андрей Просвиркин, «Народные новости».